Здравствуйте, любители спорта, с вами снова тренировки Гильмяков. Мы у нас вынуждены простой недельку, но сейчас потихоньку начинаем снова тренироваться. Сегодня вам покажем тренировку на зюге, продолжаем толчок длинным циклом. Начнем. После счета 3, 4, после счета сбрасываем, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, после счета 17, 18, 15, 20, 1, 2, быстрее разбрасываем, 3, 4, подрыв быстрее, 5, 6, 7, счет, 8, 9, 10, быстрее подрыв, 11, мощнее подрыв, 12, быстро, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, перехват, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, далеко, 12, 14, 16, 16, 16, 19, 20, 1, 2, 3, мощнее подрыв, 4, отлично. 5. Далеко заводим. 6. 7. 8. 9. 10. 11. После счета. 12. 12. 14. 15, 16, 16, 16,
баксов гаджетов на дюху. Надюха осваивает гимнастические гаджеты. Сейчас будет подтягиваться. Не спеши, Надюха, не спеши. Ладно, пойду помогать. Еще один давай! На грудь, на грудь! Вот! На груди и держи! Вот как словила, так и держи! Как словила, так и держи! Не надо их прижимать вот так! Вот, вот. И так иди, так приседаешь. Словила. Вот, и сейчас так держишь опять вниз, приседаешь. Вот. Лицом, лицом к ней, лицом. Лицом к лавке. Не прыгай по три раза на одном месте. С одного раза, оп. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не надо вот этих вот прыжков. Подошла и сразу с места, оп, и прыжок. Во. Не надо делать 5 прыжков. Не надо делать 5 прыжков. Медленно, не спеша и думай. Близко уже становишься, смотри, зацепишься. Чуть-чуть подальше становись, ну конечно. А ты не пробовала ноги к груди поджимать, когда прыгает, а не делать вот эти вот па и фуэте? Давай, жестко, четко и бескомпромиссно. Надюха что-то вообще сегодня не в форме, ни хрена. Вместо цикла сделали рывок. Его ФП тоже не совсем получается, короче. Понедельник день тяжелый. Скажу, как Надюха технично делает прыжки. Прыжки через скамейку. Вон она. Вон она. Ну-ка, давай, 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 давай. Оп. О! Так вот она. Технично. Технично у нее получается. О, вот так вот. Давай, Надюха. О, давай. Да-да.
за. Когда будет сзади, оно особенно прикольно смотрится, это твои буквы А ноги. Давай. Трусситерша, блядь. Друзья, мораль тренировки понедельника: не хрен пропускать тренировки в течение недели без уважительной причины. Я болею до сих пор, а Надюха всю неделю хавала печенюхи с тортами. Сегодня итог. Нигде стрелка, не видно. Стрелка на весах вверху. Нет. Показатели спортивные никакие. Ну, в общем, как-то так. Поэтому, дорогие друзья, не пропускайте тренировки без уважительной. Без уважительных причин. Будьте в форме, смотрите тренировки Гиревиков. Надюха снова тащит меня в универсам за печенюхами. Говорит, надо зажрать этот неудачный понедельник. Меня психологическая травма. Травма у нее психологическая, ребят. Конечно. Вот так вот бывает.